арбузе хорошо пошел. Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы, совсем ебанусь на старости. Всем привет, с вами Джесс. Продолжим от вас два, без лишних слов. Пока есть свободное время, мне опять трясется ебучая палка от микрофона. Раздражает меня просто. Я даже не помню, я убегал от этого нечто со стрелами, которое сидит на другом нечто. Короче, все не сифилитики, одни для одно лицо. Вот. Но стрелы-то скриптовые, я нихуя не вижу. Вот тут была... опять она здесь, да. Я же говорю, что скриптовые. Я типа туда... я подумал, что типа этой, но нет. Что такое интересного было? Вот это уже не скриптовая стрела, вы что, офигели? Кактус еще меня тральнул вообще. Ладно, я полечусь даже. Почему он постоянно лечит одну и ту же руку? Сделал бы это хотя бы, если они спиздили рюкзак. Рюкзак, это вот это. Из Alone in the Dark 2008 года могли бы спиздить лечение из Call of Cthulhu, Dark Corners of Earth. Было бы прикольно. Все, не дошло. Ну да ладно. Что-то хотел сказать. О, привет. Версус превращается в клоунаду. Кто знает, тот поймет. Он же давно уже была клоунада, после еще, блять, Ларин. Блять, что? Что, блять? Ненавижу, когда стиком нужно что-то делать. У меня хочется постоянно нажать. Ебать, это что вообще происходит, блядь? Серьезно? Я в ахуе, что происходит. Да не хочу лечиться, хочу. Хочу умереть, хотел сказать. Да, лучше умереть, блядь. Давай, скатывайся. Ух, ебаный в рот. Ну, полный набор. Вот он опять меня заразит, да? Я с ними, что, блядь? То есть ты до этого все время меня стрелял, чтобы похоронить. МС похоронил в здании, блядь. Я достану страть смерти, куда-нибудь, блядь. Что происходит? Суки, включите меня. Я же свет не могу включить. Я только недавно смотрел топ этих... То есть комиков, блядь, топ... Иллюзионистов, которые покончили, блядь, не покончили, которые покончили свою карьеру, умерли, блядь. Вот там был такой случай. Один чувак хотел повторить невыполнимый фокус Гарри Гудини с похоронением, и его, блядь, раздавил цементом до того, как он начал убираться из этой могилы. Ладно, давайте закастаем Kill Bill 2 хотя бы. Это проще, по-моему. Или нет? Да что ж... Ну, я не знаю, Гоголь давай закастаем. Что, блядь, еще можно закастаем? Просто смирись, чувак. Вот, по крайней мере, погребенный зажил тот. Тоже можно. У нас даже телефон-то нет, у нас есть камера. Хорошо, успокойся. Чем больше ты дышишь, тем быстрее у тебя заканчивается кислород. Хотя в такой ситуации я, наверное, тоже рабка сумасшедший, но не знаю. Сейчас я могу рассуждать. Как критик. Кухонный критик, блядь. Чё ты так горёшь, ну погромче тебя сделать, я не могу. Ну что? Мне солнце сейчас отвечает в экран, я нихуя не понимаю, что происходит. Я что-то там пытаюсь, короче, копошиться. Зачем? Дабл тап. Если он так сейчас сломает. Серьезно, блядь. И все? Это самый легкий косплей, который я видел. Самый легкий штамп. Включи мне свет. Я вижу, блядь, темный экран, наконец-то. Так. Хорошо. Блять, что? Это вообще нормально, а? Чё это было, блять? Давайте я загоню в эту могилу, закрою, блять. Он так и будет, там какая-то штука какая-то лежит. Дай мою батарейку, блять. Куда бежать? Блядское мещанство, я застрял. Сука, это будет самая глупая смерть. Нет. Чем-то здесь монстры вот эти похожи на монстры из Silent Hill Downpour, в которые я не играл, но я знаю, что они на них похожи. И монстры-бомжи. Эти монстры-бомжи сифилитики, блядь, куда, сука, идти? Ладно, спринт между деревьями всегда меня поручал, блядь, но не в этот раз, видимо. Чё? По идее, нужно идти... Ну, я пришел к началу, хорошо, либо от этого еблана избавиться. Да, блядь, я не понимаю. Хорошо, ладно, не знаю, что я снимаю, но я снимаю. Если этот хуй меня сзади будет тральть, я его ёбну. Он близко, я слышу.
в левом ухе. Дай снять, сука. Так, что это, блядь, вообще? А, я пришел к проволоке. Че? У тебя странное детство, повешенные девочки, блядь, в школе. Не может быть как-нибудь? Да ты хуй, блядь, отъебись от меня. Отъебись, я перезаряжаю батарею. Пидор. Я перезаряжаю батарейку. Можно я под обратно в гроб, блядь? Меня заебало это все. То есть у меня нет батареек. Есть, блядь, что ты пиздишь меня. Так, я запутался, потому что меня, во-первых, отвлекает этот хуй. А меня ненавижу, когда меня кто-то отвлекает. Нет. Блядь, что? Дай ему, блядь, погибало. Ты ебешься от меня теперь? Иди отсюда. Ладно. Чего я раньше так не мог сделать? Так, ну мне, по идее, нужно было... Не понимаю, куда мне нужно было, серьезно. Здесь какой-то бэкграунд, может, просто пролезть под ней? Нет. Въеби ему. Блядь. Суки. Хорошо. Да и не сюда тоже, ну куда? Вроде такого здесь не было. Но здесь какие-то везде, блядь, скалы. Серьезно, чего от меня хотите-то? Я люблю тупить в странных местах, вот как вот это. Что я не понимаю, что от меня хотят. А, может хотя бы записка мне что-то даст? Я почитаю в паузе, можешь, чтобы он меня не ебашил, пожалуйста? Вот. Это мой брат, раздавленный убитым тираном Лордом... Лэрдом, ладно, не его прихвостнем ником. Да, Лэрд этот мелкий чувак. А ник это, который на нем ездит. Из вина, который тут разы у него были несколько пальцев, он виноват, ужас принес. Это очень мне помогло, спасибо. Нужно написать, куда идти, блядь, тупоёбу. Может, нужно лопату взять? Да, блядь, что это за... Может, это какой-то ключ? Может, мне нужно что-то с ним сделать? Хорошо, я пойду лучше. Нет. Вот где тут были огоньки? Я не понимаю. Совсем. Да, блядь, тут штука. Я пытаюсь обойти эту ебучую скалу. Но... О, получилось. А, их тут даже несколько. Блядь, сука. Ключи. Хорошо, этого здесь раньше не было. Отлично. Наконец-то, блядь. Ну не понимаю. Да ебаный год. А, вот на момент, про который Мэри говорила. Может, тот момент, про который Мэри говорил. Когда тот был момент, когда меня убивали, это был не тот момент. Ну вы поняли. Так. Хорошо. Наверняка здесь есть какие-нибудь бинты. Но я посчитаю пока. Ёб твою мать, не так просто будет почитать. А, ну это опять это «Возрадуйтесь», «Крестительный», «Лэрд». Ну это опять эта поэма, короче, вы поняли. Эммануил. Виторган, блядь. Проповедь Христа поражена, записка о трупе, да ловушка. Угу. Может, что-нибудь отдельно мне хотя бы здесь дашь? А вот, наконец-то. Ну быстрее, можно? Бинты мне нужны. Потому что, блядь, вот как отсюда вылезать нормально? Можешь мне кто-нибудь сказать, я не жопой, блядь. Опять уже батарейка проебал, да ё-моё. Хорошо, очень воодушевляюще. I better go check it out, бьяч. Хорошо, давайте еще снимем пустые ворота. Когда я приду к этим шахтам, может, я уже в шахтах, я не знаю. Здесь я сниму раньше, чем у меня закончится заряд батареи. Ой, скучные какие-то. Итак, что это? She hanged herself before I could stop her. А при чем здесь забор? Didn't. No. Wait, not her. А кто? He... Что, блядь? Fuck. Тот чувак, который меня облизнул из трубки, блядь, я не знаю, что происходит в этом дерьме. Так, ну вот опять не пишет, нужно перезагрузить. Ладно. А у меня есть? Куда у меня столько батареек, мать их? Хорошо, пойдемте сюда лазить. Мне кажется, у него прошли дырки в руках, он, блядь, лазит так спокойно. Мне кажется, у меня, блядь, пробиты обе руки гвоздями, я бы куда залез, блядь. Один раз я переходил через дорогу, наступил на гвоздь. Звучит глупо, но я боялся, что у меня будет столбняк, и я умру. Но обошлось, он не глубоко, он только подошву пробил, немножко поцарапал меня. Потому что я вовремя
перенес вес с одной ноги на другую. Но это неприятно. В общем, на дороге мог гвоздь стоять так, чтобы мне можно было наступить. Я такой удачный, как обычно, да? Ага. Хижина в лесу, блядь. Давайте. Дэвид Бэйр, блядь, действие, адреналин. Ну надо же. Я думаю, у меня не получится с первого раза. Угу. Очередная суперзаписка. Извините, мне пришлось взять веревку с этого Чего? Я не понимаю, можно я почитаю нормально? Окей. Чего веревка-то? Шкива. Я, видимо, тупой, не знаю, что такое шкив. Надо погуглить, реально не слышал ни разу. Что такое шкив? Давайте, вот самый первый, вы наверняка тоже не знаете. Наверное, шкив это... Шкив. А... Жирные языки... Хорошо. Очень понятно все. Как это вообще называлось? Бред. Я взял твою веревку. Как я забрал твою душу, блядь. Шамснук тут по веревкам. Сколько ли ты садишься вообще? Shit. I can't... Я тоже не могу. A rope. I just need a rope. О, господи, хорошо. Да не нужна мне веревка. Ну, какого шкива? Зачем вообще? Ну, я так думаю, мне сюда нужно ее прикрепить, и она где-то вон за той двери наверняка будет. Давай ты умеешь убивать, короче, дверь, я знаю. Че, блядь? А. Ну как обычно. О, господи. Как обычно, я что-то здесь видел. Нет, у меня просто это просто Red Barrels. Просто красные бочки. Они красные? В темноте все бочки серые. Так. Какой-то пидор. Он мне не нравится определенно. Он слишком быстро куда-то пошел. То есть мне нужно какой-то, блядь, спиздить кого-то веревку и проебаться обратно. Что я делаю не так? Ой, чувак. Ебучий стик не заедай. Все, да, он все же не зайдет. А, ну хорошо, я просто думаю, будет дверь выбивать. Буду реалистичный, если я вот так вот я умру. Ладно, запасной вариант. Да всего-то, блин. Ну точно. Смотри, там недалеко. Давайте элементы руфинга. Сейчас будет забавно, если он там стоит. Ладно. Не проще просто побегать от него? Угу. Давайте оценим его траекторию. Охуенно. Так. Давайте попробуем как-нибудь его наебать. Наверное, вот так. Нужно прятаться хоть когда-то? Где он? Блять. Я сижу в темноте... Красивенько так, вот такой пейзажик прям, луна. Где ты? Ёб твою мать! Ёб твою мать! Ёбнуться, ман, просто пизда. Что происходит? Ёбнуться, ман! Да, блядь, сука тупая! Ох, ёбаный. Ооо, началось. Нет, я добегу! Я же ведь бегу. Я не умру здесь ни разу в этом летсплее, смотрите. Или нет? Все нормально. Че, офигел? Привет! Привет! Магия уличная, блядь, дверная. Ладно, я даже полечусь. Лучше батарейка у меня себя, вот, конечно, хуёво. У меня есть батарейки? Да откуда у меня столько батареек? Если что, можно просто суициднуться, короче, у тебя будет полный заряд. Давайте попробуем идти прямо за ним. Это так нудно, блядь. Но я не хочу, серьезно, это очень долго. Почему меня бесит такие персонажи, которые нужно так вот ждать, пока он, блядь, с этим ебучим мачете? Ёбаный дрищ, блядь. Прости, я не хотел. Что если я тебя так вот наебу? Ха-ха. И что ты сделаешь, пидор? Ебачо! Блять, ну это, в принципе, хорошо, потому что вы беги, блять, ебучий стик. Я хочу попробовать, здесь можешь сразу сюда залезть? Нет. Хорошо, сюда. Сюда можно? Так, можно закрыть. Заблочить. Хорошо. Блять. Что, блять, здесь? Да что здесь-то еще не так? Блять, получилось так хорошо, сука.
Кроме батареек, что-нибудь есть в этом ебаном доме? Если нет, то я пойду дальше. Серьезно, не смешно. Ну что я сделал не так? Так, ладно. Да-да-да. Так, он ушел. В принципе, хороший вариант, как план отвлечения. Увидите, как он застопорился, когда... Это моя тактика, она вам никогда не будет понятная. Его любым логичным людям. Привет, смотрите. Это просто охуенно. Делайте так. Потом прыгайте сюда. А, так можно же просто здесь было обойти, да? А сюда тут охуенно. Ну-ка, давайте попробуем. Охуенно. Ну, почти. Ладно, вот так. Да, блядь, я супер трейсер, ты не понимаешь. Меня учил сам Сергей Трейсер. Прыгать с крыши домой, блядь. Давайте пойдем сюда. Где может быть эта ебучая веревка? Блядь. Сейчас так класс трясется палка, этот микрофон, что пиздец. Ёбаный в рот, сколько же вас здесь. Я такое ощущение, как будто я сейчас прерву записи и не буду вас мучить, потому что ну, какие ворота. Еще все стекла заблочены. Так, не ходить на них. Почему не могу, блядь, окно открыть? Хорошо, давайте попробуем зайти сюда. Здесь опять кто-то будет? А, да. Блядь. Хорошо, что еще? Ты мне еще нужно вернуться, блядь. Да хуя назад, не забывайте об этом. Куда я, блядь, пришел? О, это же охуенно. Я даже не ожидал, что... Шкип это пенек, да? Дебил. Ты что сделал? Где мне теперь веревку искать? У тебя есть веревка? У тебя нет веревки? Ты что сделал? Ты меня подставил, чувак. Меня сохранили, это уже плюс. И куда мне теперь? Не, серьезно, что за хуйня? Она улетела, блядь, как рогатка. Твой флоу рогатка, мой арбалет, блядь, какого хуя ты творишь? Хорошо. По логике... Я так был задуман. Я не знаю, куда она улетела. А, вот куда она улетела. Хорошо. Блять, 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 блять. Он ведь ее сейчас оживет. Он ведь сейчас оживет, сука. Так, меня еще раз сохранили. Надеюсь, у меня есть батарейка. Отлично. Теперь нужно запомнить, как вернуться обратно. А, ну вот, я, в принципе, пошел вернуться обратно. Ну, вот, твою мать, вот, твою мать. Да идите нахуй. Я бегу, я взрослею. В принципе, я по-моему правильно бегу. Да! И все, так легко? Господи. Ты бегишь ты. Ну что за хуйня? Так позорно еще никогда не было. Хорошо. Давайте попробуем еще раз так же, только не так же. Да иди нахуй. Я попробую бежать тем же маршрутом. Может, у меня даже получится. Уже не получилось. Но я полечусь, по крайней мере. Может, я сейчас, кажется, за это забуду про меня. Иди нахуй. О, кстати, заебись получилось. Теперь меня не должны убить прыгун, потому что у меня полное здоровье. Почему он здесь так тормозит, блядь? Давай! Так, ура! А ты сам все это делаешь? Не, ну на самом деле такая подстава была перед этим, да просто, блядь, мне везет. Да они же вроде как это, не выламывают дверь-то. Или выламывают. Выламывают. Сейчас у меня обрубит веревку, и я зря такую искал. Сейчас я ебну, смотрите. Что ты делаешь? Ха-ха-ха-ха-ха. Вот ебаный. Вы просто ебаный. Ну, сифилитик, что я хочу. Ну, мозги уже все сгнили, наверное. Ну, в принципе, не так уж сильно я туплю. Еще как-нибудь вылезем давайте еще. Да. Мне что еще рассказать? На чужой 4 завета мы не попадем, наверное, потому что Мэри опять приболела.
Ну, будем ждать на DVD. Может, даже успеем, кстати. Не знаю, сколько это будет идти. Блядь! Куда я вылез? Зачем я это сделал? Опять ебучая школа? Ебучий холод, блядь. Холод? Что происходит? Красивенько. Надеюсь, что я пройду. Как обычно, по традиции, я прохожу школу, и все. Что такое? Следы какие-то, что ли, типа? Что такая музыка напряженная? На какой-то крыше всего лишь, можешь залезть? Ну же, типа, следам, я так думаю, это мои следы, что ли? Ну, мои тоже. Надеюсь, здесь не будет блядской ебаки. Нихуя не вижу, вот. Угу. Это не дверь. Угу. Это уже лучше. Чувствую себя Фейт из Mirror's Edge. Только такой кривой, не умеющий, блядь, лазить куда. Что, блядь? Не сюда. А. Стоп, что? Ничего не понял. Сюда пришел. Ладно, потрофите. Это просто не кровь, это просто эти тепловые штуки. Ну, сюда же. Чё я делаю не так? А, пардон. Да, блядь, нихуя же не видно в этой игре. Я пытаюсь найти какие-то записки, но тщетно, поэтому я буду быстрее ебашить к выходу. Сейчас дойду вот до эту хуйню и все, да? Напугайте меня, что ли, кто-нибудь? Ой. Так, давайте штамп из фильма «Проклятие 2». Или первого «Проклятия» там это было. Не спускаешься по этажам, тебя ебашит ебак с лестницы. Ммм, прикольно. А, это игра Continuously, я понял. Чё? Это опять школа, что ли, это, блядь? Только вид сверху, хотел сказать. Вид сверху лучше, как говорится. Блядь, чё? Чё? Вы чё, серьезно это, блядь? А нет, серьезно? А нет, это серьезно. Чувак, давай как в проклятии в какой-то. Блять. У меня мурашки почему-то. Но это реально было не жестко, это было жутко, действительно. Идешь такой, ничего не подозреваешь, тут ебака. Так, давайте оценим ситуацию. Куда можно проебаться? Так, можем проебаться. Это же отлично. Я понял, кстати, что нужно делать. Благодаря этому финту. Так, нужно подождать, пока она... Сейчас вот так поднимется, прям сюда. Потому что там еще одна такая же ебака. Да. Отлично. Меня сохранили. Надеюсь, она за мной не пойдет. Блять, ну это было круто, на самом деле, сделано. Я чисто этот финт попробовал ради прикола. Я, блядь, мог сейчас тупить тут еще на 10 минут. Так что, знаете, опасно так делать. Да, блядь, идти. Давай спрячемся в уровне, это слишком маленькая дырка для тебя. Хотя маленькие дырки, это хорошо. Ладно. Так, тем временем я до сих пор не понимаю, что происходит. А, чё? А-а-а. Это типа так и нужно ли? Ладно, это так и нужно, хорошо. Тебе не пугает что-то? Мало того, что... Блять. Мало того, что... Тебя, блядь, там происходит. Ты пошел в какую-то ебучую, блядь, подвал. Ебучую подвал. Я никак не могу больше... О, даже две батарейки. Спасибо, потому что я достаточно много их истратил. Давайте пройдем быстрее. Этой... Блять. Тут только батарейки были? Мне кажется, мне пизда сейчас будет. А! То есть это серьезно? Из-за батареек сюда? Это из-за батареек сюда нужно было лезть? Блять. Ну вот, по идее, дверь-то. Дверь такая хорошая. Подождите, я не понимаю просто, что происходит. То есть вот эту хуйню ты уже не открываешь. Может, сюда?
Да сука, не дрожи ты так серьезно, ты меня пугаешь, мне кажется, ебак где-то здесь. Сука, так я нихуя не вижу. Не, ну как-то странно, там дверь была заблочена, но мне кажется. Хорошо, может, какое-нибудь окно здесь можно пройти? Чё? Да ебать, я не могу из этих фонарей ориентироваться. Сука. Не, ну как-то глупо. Давайте еще раз попробуем, я не верю. Вот. Охуенно. Не может такого быть. Мне кажется, нужно сюда как-то попасть, потому что здесь нужна глючить камера. Либо я ебанутый. Ну, не знаю, какой вариант лучше. Блять, ну там я не знаю вообще, куда идти. Ладно, сейчас еще раз побегаю, если не придумаю ничего, то восстановлюсь. Так, давайте еще раз. А, все, я ебанутый, да. Че? То есть, а, я отсюда пришел, по-моему, просто. Хорошо, раз, дверь. Какая еще дверь есть? Будет какая-то радиотрек, потому что здесь так, блять, в принципе светло, но я умудрюсь застрять. Здесь есть какие-нибудь следы? А, вот еще одна такая же дерьмо. Хорошо, окей. Давайте еще одна. Блин, надеюсь, это правильно дерьмо. Так я сразу это сделаю. И потом будет пиздец. Угу. Так, я понял. Нет, здесь вряд ли, конечно. Давайте бежать уже. О, меня сохранили, это хорошо. У тебя была ревность, у меня был страх. Сука, беги. Бум, там внизу был какой-то пиздец. Ну, вроде он больше за мной не лезет. Что-то какая-то затянувшаяся школа. Блять, ты еще и открыта, пидорша здесь. Ура. Блять, я хочу выбраться отсюда. Мне здесь некомфортно. Мэри была права, что самый сильный момент в этой игре — это ебучая школа. Потому что это ебучий ебак, это просто пиздец. Наверняка закрыто. Но я был должен сразу это сделать. А то мало ли. Хм. Надо же записку. Записку. Я заметил, что внизу каждый раз разные пропуски букв. Там было что-то невероятно, Стрэнгл, а это Денит, да. Короче, ладно. Чё? Ух ты, ух ты, ух ты, круто! Круто, тентакли! Корни тентакли! Вау, привет. Спасибо, мне грустно. Да подожди, ты, я даже не посмотрел еще видео. Какая нахер Джессика? Корни и ветви, это же такой увлекательный нойз. Я просто охуеваю. Я вижу там постоянно кого-то слендера, а, серьезно. Наверное, нужно в реверс это послушать, и там будет что-то понятно, но я не хочу заниматься такой хуйней бесполезной. Итак, очередной штамп Blind Survivor. Я дошел немного в этой игре, вы сами помните, старые видео, если кто помнит, год так 2012-2013. Там еще я есть на камере без синхрона, блять. Я постоянно там тупил. Ну ладно, давайте так делаем. Здесь тут тоже будет какая-то хуйная пропасть, ебака. Ебать. Я стараюсь, но я думаю, что хорошего не получается. Во. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon. Я не успеваю читать, я пытаюсь сконцентрироваться на ебаном звуке, потому что я не хочу делать звук на всю. И послушать телефон меня ничему не научил. Ну, вроде так пока, нормально с микрофоном там. Мне кажется, спрыгну на ебака, а не на девочек. Джесс, блядь. Блядь, господи. Ну, хорошо, что я пришел. Давайте меня выпустим в реальный мир, пожалуйста. У меня как раз полчаса. Да, где я? Охуенно.
Сейчас меня где-нибудь сохранят, потому что я не вижу, что меня сохранили здесь. Так, я дошел в шахты, что ли? Неужели? Неужели это шахты? Я надеюсь, что это шахты. Сохраняйте меня, блядь. Давайте, скатывайся как могу. Пидоры меня еще не сохраняют. Вот уебки, а. Ладно. Что это такое? Они прям специальный мостик для меня сделали, когда я мост надстал, да? Что я мог так вот спокойно здесь зайти. Какого озера, я без понятия. Может меня сохранить, а пожалуйста. Я не вижу ничего. Куда идти, блядь? Так, вот. Ты уже заболел сифилисом? Какая разница? Или я еще не заболел сифилисом? Я не знаю, что происходит. Ладно. На этой оптимистичной ноте сегодня мы завершимся. Больше полчаса, я думаю, достаточно будет. Ну так, достаточно продуктивненько, я умер всего пару раз. Нормально считаю, да. Для того, что я так потерял скилл в Outlast, все с учетом, так сказать, со времен первой части. Хотя, может, такая игра просто дурацкая, не знаю. Ну, как бы, Мэри говорит, что она более динамична, чем первый Outlast, а Outlast был первый типа хоррорный. Но я вижу, наоборот, что первый Outlast был динамичнее, чем это. Ну, не знаю, короче. Всем спасибо, всем удачи, с вами был JS. Не болейте. Пока-пока. Йеп. Ке-ке.